зрителям лампового финансового канала Верников 100. Хотел бы поздравить вас с наступлением последнего месяца зимы, февраля. Скоро настанет весна, а весна это всегда тепло и хорошее настроение. Но весна пока не настала, так что давайте окунемся в небольшую депрессию. Хочу подарить вам песню собственного сочинения. Надеюсь, вам понравится. Знаешь, так бывает, просто тебе никто ничего не говорит. Время улетает, и в этой игре ты далеко не фаворит. Все так быстро, свет огней, а потом непроглядный мрак. Время идет, поторопись, тик-так. Знаешь, нет надежды на то, что другие когда-то начнут это ценить. Не будет все как прежде. Просто храни и не порви тонкую нить. Если жизнь это долгий путь, то скорей собирай рюкзак, пойдем со мной, поторопись, тих. Спасибо.